Всем привет! Я люблю Коблева. Всем привет! Вы на канале Принцесса Диана Шоу. Как ты в Одессе отдохнула, Дианочка? Класс! 20 дней в Одессе пролетели незаметно, да? Да. А куда ты едешь? Домой, наверное? Нет. А куда? На море! Куда? С моря на море. Куда? Коблево! Да? Да. Будем смотреть там красоту? Да. Папа, давай пару слов. Привет, друзья! Наш отдых в Одессе подошел к концу, но мы не расстраиваемся, потому что у нас впереди новое море. Море в Коблево. Будем ехать домой и по пути заедем в Коблево. Мы много слышали там отзывов, что в Коблево очень-очень красивая набережная. Друзья, давайте поедем и посмотрим на нее, как там красиво. Ну что, вперед? Вперед? Поехали. Да. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Ну что, мы заехали в Коблево. Давайте почти посмотрим. Да, поселочек очень маленький, 2000 человек населения. Давайте посмотрим сразу. Сколько? 2384 человека. Мама, 2000, да? Да. На канале 2000 подписчиков! Да. Нашу все Коблево смотрит. Да, Дианочка, смотри, сразу чувствуется, что это село. Дорога, да, по дороге очень классно. Дорога закончилась. Очень сразу хорошая дорога. Едем прямо к набережной. Заодно и посмотрим, какая она не там поняла. Красивая. В селе море? Это как? Пап, как ну, это? Просто через село проходит море. Вот и все. Яночка, как водичка, попробуй. Холодная. Холодная? Медузы, медузы. Медузы, медузы. О. А, смотри, какой посмотри. А сколько стоит? 120 и 100 за лодку. А, спасибо. 120 гривен в час. Ну что, мы уже на набережной с тобой? Да. Коблево. Давай посмотрим. Смотри, в Коблево тоже есть здесь колесо обозрения. Вон оно, смотри. Оно небольшое, очень маленькое. Ну, в принципе, прямо на берегу моря. И будет видно море. А вот район тени. Тенистые аллеи. Ой,
ищем? Что мы ищем? Самая главная достопримечательность. Это как на Мальдивах, качелька в водичке. А что еще? Качелька в водичке? Да, а что еще? И пальмы где-то здесь растут. Давай поищем их. Как ты думаешь, мы найдем их? На Мальдивах? Ну да, говорили, есть. Поищем? Давай. Это по... Где? А, вот пальмы две. Вот. А, вон качельки в воде. А вон давайте пройдем по пальмам чуть-чуть. Сейчас пойдем. Я люблю Коблево. Яночка, а ну встанешь этот. Что, зайка, устала? Я люблю Коблево. То пойдем еще посмотрим набережную. Самые пальмы, они настоящие? Да. Да, они настоящие, потому что посохли листики, значит, они самое что ни на есть. Это чудо, смотри, пальма настоящая, но она очень маленькая, но настоящая, горшочек. Так что реально в Коблеве растут пальмы. Да, да, Дианочка, вон их много. Очень-очень много пивнушек, магазинчиков и очень-очень много людей, просто море людей. Да, Дианочка, отдыхая в Одессе, мы не видели столько людей. Я понял, они все в Коблево. Да, Дианочка? That it's a lie, 'cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight.
all see that it's a lie. Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes, don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Giving a warning, I'ma leave without giving a, giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, cause you never show. You say you will, but then you don't. Одессы сделать здесь нечего. По пятибалльной 1 балл максимум. Ноль. Ну что, мы побывали в Коблево. Конечно, после Одессы медузы. Это небо и земля. Очень много медуз. Людей просто негде упасть яблоку. Их настолько там много. Нашли ракушечки. Их миллионы. И там еще лежат. Это, наверное, единственное позитивное. Яночка, ну очень-очень грязная вода. И очень много людей. В принципе, да. Даже мы поехали на окраину, чтобы найти чистую водичку. И там и... Она не такая чистая оказалась. И очень-очень мелко, как в Скадовске. То есть получается. Да, идешь где-то. Поспрашивали метр... людей, они говорят, что там здесь везде люди, здесь нету. Найти место безлюдное, то есть Коблево нас не впечатлил.
вообще. Здесь делать нечего. Зато мы вам посоветуем самый чистый пляж и самый классный в Одессе. Это 16-я станция Фонтана, Золотой берег пляж. Ну, там центральный круто. Вход. Заходите полкилометра, полкилометра влево. И там вообще мало уютные людей. Уютные кафешки, чисто. Чистенько, чистый пляж, который убирают. Даже ходят, окурочки собирают. А здесь... Да, здесь нам не понравилось. Мы планировали здесь день провести, но и даже не хочется нет. на день переводить. А медуз нет. Да, очень. А тут очень много медуз. Грязная вода, мелко. Людей. Да, такое идешь ощущение, километр, что... тебе все по мелко, мелко. Да, мелко. И самое интересное, мы поняли, что все люди не в Одессе, а в Кобле. Да. Они не доехали чуть-чуть, 70 километров до нормального моря. Чистого и уютного. Да. Ну что, Дианочка? Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. И всем пока!